Позвонили из Атланты, у них там что-то случилось. Где? Вы шутите? Давно ты дома не была? Давно. Мы пока не знаем, что это такое. В больницах над этим работают круглосуточно. Мы разберемся. Я доктор Эбби Аркейн. Я сделаю все возможное, чтобы найти источник заболевания. Ты видела тело? Сталкивалась с чем-нибудь подобным? А ты кто такой? Холланд. Алек Холланд недавно расследовал незаконную свалку на болоте. Кто там? Доктор Джейсон Вудру, кажется, вы в этом замешаны. Невозможно, чтобы дело было в моем катализаторе. Из этого болота исходит смертельный яд. Ты должна быть мертва! Произошел сдвиг между силами света и тьмы. Там что-то есть. Мы имеем дело с чем-то неизвестным науке. Оно мне нужно живым. В этом болоте происходит много странностей. Это место очень особенное. Там происходит что-то нечто невообразимое, Эбби. Болото уже натерпелось! Это расплата!